Приветствую всех на канале Вкусняшки! Сегодня мы приготовим замечательный вкусный болгарский пирог, который называется банница. Банница с брынзой. Готовится пирог просто и получается очень вкусно. Для этого вам понадобится брынза, сметана, куриные яйца, сливочное масло и тесто фило. На небольшом огне растапливаем сливочное масло. Здесь у меня 60 грамм сливочного масла. Для начинки мне понадобится 2 куриных яйца. Брынза у меня такая умеренно соленая, я сильно соленую не покупаю. И я ее натираю на крупной терке. Яйца я слегка взбиваю венчиком и туда добавлю брынзу натертую. Добавляю сметану 20% жирности 150 мл. И с помощью толокушечки я вот так вот хорошо переминаю брынзу, яйца и сметану. Особо можно не разминать, то есть оставить такие комочки брынзы, так даже будет вкуснее. Готовить банницу я буду в форме диаметром 22 сантиметра. Дно формы и бока я хорошо смазываю растопленным сливочным маслом. Я использую покупное тесто фило, размораживаю при комнатной температуре. И сейчас возьму 2 листочка теста фило и нанесу на них 1/5 часть начинки. Складываем вместе 2 листочка. И переносим сюда на стол. Я выкладываю сюда где-то так 2,5 ложки начинки. И распределяю по тесту таким образом, чтобы вот здесь чуть-чуть 1 сантиметр оставить, здесь с трех сторон, да, чтобы мы могли потом свернуть это в трубочку. Ну, сейчас увидите, как я это делаю. Я оставила с трех сторон где-то, ну, может быть, по 2 сантиметра. И с четвертой стороны более такую свободная зона у меня. Теперь это плотненько заворачиваем в трубочку. Вот так вот берем и сворачиваем в трубочку. Нам нужно будет сделать 5 таких трубочек. У нас уйдет 10 листов теста фило и вся начинка. Трубочку я смазываю со всех сторон сливочным маслом и переношу в форму. Третье яйцо, которое у нас было, мы взбиваем и смажем им сверху наш пирог. Смотрите, изначально я думала, что у меня пойдет 10 листов, то есть я сделаю 5 таких вот рулончиков, но форма у меня 22 сантиметра, и у меня ушли все 12 листов. Вот как раз в пачке было 12 листов, и все 12 листов я использовала. Вот это сливочное масло, которое у вас осталось, вы сверху еще раз хорошенечко смазываете вот все эти рулетики, и заливаете его сверху. Смазываем яйцом. И выпекать мы будем в духовке, разогретой до 180 градусов. Я использую режим с конвекцией. Духовка у меня уже разогрета. Сейчас будем ставить туда нашу банницу. Прошло 45 минут. Я выключаю плиту и достаю банницу. Вот такая красотка у нас получилась. Сейчас я оставлю пирог минут на 5 в форме, чтобы он немного остыл. Чтобы было легче достать пирог из формы, я беру такую деревянную шпажку и вот так вот по краям прохожусь. Вот она как раз очень хорошо отстает. Аккуратненько открываем форму и снимаем. Лопаткой так аккуратненько прохожу снизу и переношу пирог на досочку. Все, давайте разрезать и пробовать. Вот так слоями красиво выглядит банница на разрезе. Банница-пирог очень вкусный, так что готовьте и получайте удовольствие!